Друзья, всем привет! С вами канал KitaiFAQ. И сегодня проверим на точность лазерный уровень Fireco F112 Green. Вертикаль, значит, проверим по уже ранее проверенному Fireco EK468GJ, который строит 4 вертикальных плоскости и одну горизонтальную. Обзор можете посмотреть на него по ссылке в правом углу. А горизонт проверим, прогнав его по точке. То есть середину проверим и проверим оба хвоста, левый и правый. Расстояние от приборов до стены у нас примерно 6 метров, 5,8. Дальномер использую Sandway. Кстати, обзор на него тоже можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу. Очень классный дальномер, советую. Давайте сравним их вертикали. Так, друзья, вот наши две вертикали. Видно, что у Fireco F112 Green линия поярче, чем у другого Fireco. И также видно, что линии абсолютно вертикальные. Снизу доверху идут параллельно друг другу. Но давайте для пущей точности сведем сейчас их вместе. Так вот, друзья, я свел две вертикали, они абсолютно точно ложатся друг в друга. Никаких намеков на расхождение. То есть вертикаль у Fireco F112 Green абсолютно точная, в этом можно не сомневаться. Так, ну давайте проверим горизонт. Так, друзья, при проверке горизонта отмечаем сначала точку на перекрестии, практически на центре луча. Далее поворачиваем на 2,5 метра в одну сторону вертикаль и на 2,5 метра в другую сторону. То есть смотрим оба хвоста, правый и левый. Оба хвоста, как и середина, должны лежать в одной точке. Если какой-либо хвост уходит ниже или выше, то, соответственно, мы выясняем, сбит ли уровень, либо он имеет смайл. Если, допустим, оба конца смотрят ниже, чем середина, то есть смайлик грустит. Если же оба конца находится выше точки относительно середины, то значит смайлик улыбается, то есть дуга смотрит вверх. Так, ну давайте посмотрим сначала правый хвост. Прибор у нас стоит также на расстоянии 6 метров от стены, поворачиваю я больше, чем 2,5 метра. И как вы видите, линия лежит практически в точке. Тут есть некая доля смещения, меньше миллиметра, но на 6 метрах это больше, чем допустимо. То есть погрешность все равно в принципе какая-то может быть. Давайте посмотрим теперь левый хвост. И левый хвост у нас лежит также в точке. То есть, друзья, горизонт у Fireco F112G очень точный. Поэтому сомневаться в его точности не приходится. В общем, друзья, хороший, точный и очень компактный лазерный прибор с очень яркими линиями, которому можно полностью доверять. Поэтому берите его смело. Очень классный прибор. Да, обзор, кстати, на него можете посмотреть, перейдя по ссылке в верхнем правом углу. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Будут проверки еще других уровней. Всем добра. Пока-пока.